прямо накануне Нового года, когда уже буквально несколько часов до его наступления осталось, решил заехать и вас лично поздравить, потому что мне очень важна забота о старшем поколении. Надеюсь, что я вижу здесь такую же праздничную атмосферу у вас. Надеюсь, что и с хорошим настроением вы подходите к новому 22-му году. Хочется, чтобы те сложности, которые у нас в 21-м году были, остались позади, а впереди только позитив был и только хорошее здоровье и настроение. Этого хочется вам пожелать.